Азымова, Пермь, Ксения Изговорова, Москва, параллельный зачет Краснодару. Эту схватку судит бригада судей в составе Александра Матвеева, Василия Петюхина и Сафрона Акучакова. Судьи международной категории. Алина Казымова, выступающая в красном трико, представляет Пермский край, город Верещагино. Является победительницей первенства России, тренер Григорий Белев, а также тренер Салтан Засеев. Ее соперница Ксения Изговорова из города Гулькевичи Краснодарского края, победительница первенства мира этого года, а также первенства Европы текущего года, и в прошлом году выигрывала золотую медаль на первенстве Европы среди девушек. Изговоровой, Руслан Пайнов и Юрий Скрылев. Напоминаем, завтра соревнования продолжаются, еще 5 весовых категорий, начало в 10 часов утра. Обязательно, обязательно, обязательно.
Она завоевала первое место всероссийских соревнований среди девушек.